Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Григуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Сегодня в 8 утра по всей России в Самарской области начался второй день голосования на выборах президента России. Накануне явка по Самарской области составила 36,74%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал атаки беспилотников на промышленные предприятия региона. Напомним, сегодня утром атаковали Сызранский НПЗ и попытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ. Зарядиться позитивом и укрепить мышцы спины. Сразу две бесплатные тренировки для жителей Куйбышевского района прошли в здании нового плавательного бассейна. Сегодня в 8 утра по всей России в Самарской области начался второй день голосования на выборах президента России. Избирательные участки работают до 20 часов. По данным ЦИК, в России в первый день голосования явка на выборы президента составила 35,4%. Явка по Самарской области на 15 марта составила 36,74%. Собираясь сегодня на выборы, не забудьте взять с собой паспорт. Голосование проходит под контролем. На избирательных участках общественные наблюдатели помогают обеспечить легитимность и прозрачность выборов. Они следят за соблюдением законодательства и фиксируют возможные нарушения. Подробности расскажем в сюжете. Утро Анатолия Гольмана началось не с кофе. На участке 29-14 мужчина работает общественным наблюдателем. Предварительно он прошел специальную подготовку. Его задача – обеспечить легитимность и прозрачность выборов. Мы смотрим, чтобы граждане заходили в кабинку и голосовали, чтобы не было сбросов, чтобы не было каких-то нестандартных ситуаций, чтобы избирательный участок работал в хорошем, нормальном режиме, без сбоев и потрясений. По словам специалиста, наблюдатель не только следит за порядком, но и выступает в качестве психолога. Ведь некоторые люди испытывают страх перед процедурой голосования. Очень дружелюбный персонал, все везде подскажет, покажет, где что. Всегда стараемся приходить в числе первых, голосуем всей семьей. Для нас очень важно будущее нашей страны, чтобы она процветала, развивалась. Обучение кандидатов в наблюдатели курировал региональный общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами президента России. За соблюдением избирательных прав граждан ходом голосования и подсчета голосов в Самарской области следят 6 тысяч человек. Они присутствуют на всех избирательных участках. Виктория Шара, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленные предприятия региона. Напомним, сегодня утром атаковали Сызранский НПЗ и попытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского завода произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена. Пострадавших там также нет. Совместно с руководством предприятий регионального ГУ МЧС силовых ведомств руководство области принимает все меры к скорейшей ликвидации последствий. Создан оперативный штаб. И возвращаясь к главной теме дня. В школе 33 на мехзаводе, где расположился участок 2712, проголосовал офицер в отставке, член Самарского регионального отделения Союза пенсионеров России Леонид Горбачев. Он отметил, что выборы президента – это возможность продемонстрировать свою гражданскую позицию, патриотические чувства и единство. Выборы для нас, россиян, для мехзаводчан, имеют очень большое значение для укрепления государственности, для развития, социально-экономического развития страны. А направленность мы избрали правильную для будущего нашего населения, нашей страны. Ну, и все это я вижу, знаю, что это очень важно на почве единства и патриотизма. А это издревле характерно для нас, россиян. Сегодня на избирательном участке 2684 в Жигулевских садах проголосовала Инна Бариль. Руководитель Самарской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» отметила, что будущее России находится в руках жителей, которые делают свой выбор осознанно. Чувствую, что надо, потому что от этих выборов зависит будущее и детей, и внуков. Самое главное, понимаете, верить в то, что ты сделал правильно. И каждый человек, придя на выборы, должен понимать, что он голосует не только за себя, а голосует за тех, кто рядом с ним, за своих детей, внуков, друзей, и чтобы над нашей головой было чистое небо.
Свой гражданский долг исполнили и представители клуба ЦСКА ВВС. Руководитель самарского филиала Роман Махонин рассказал журналистам, что армейцы всегда приходят на выборы в полном составе. Явка среди спортсменов и в этот раз составила 100%. Прийти на избирательные участки должен каждый гражданин Российской Федерации. Потому что мы прекрасно понимаем, что сегодня, делая шаг вперед, делаем мы шаг в будущее. В будущее нашей великой Родины, Российской Федерации. Артисты ансамбля «Россиянка» не только проголосовали, но и порадовали других избирателей небольшой концертной программой, поздравляя их и с Масленицей. Подробнее в нашем сюжете. В этот раз артисток ансамбля «Россиянка» Веру Кожакину и Зою Гудзик дорожки привели в ДК «Чайка» поселка Управленческий, где организовали избирательный участок для голосования. А поскольку выборы президента совпали с Масленицей, артистки решили поздравить жителей с праздником и выступили в Доме культуры, чтобы в этот важный день быть рядом с жителями своего района. Я с 8 лет в этом Доме культуры «Чайка». Я очень люблю петь и дарить радость людям. У меня два ансамбля, «Россиянка» и «Околица». И поэтому другого варианта у меня нету. Обязательно быть вместе. Сразу после выступления одна из артисток оставила свой голос за будущего президента, поскольку прикреплена именно к этому избирательному участку. Зоя Гудик говорит, что не пропускает ни одни выборы. Долг перед Россией, поэтому хожу каждый год. Участки работают с 8 утра до 8 вечера. За порядком следят правоохранители, а за соблюдением всех правил голосования – общественные наблюдатели от общественной палаты и партии, которые выдвинули на выборы своих кандидатов. Все идет, как говорится, в штатном варианте. Люди добродушные, положительно заряженные. Ну, приятно, так сказать, таких избирателей получать. В дни выборов президента самарцы могут принять участие в голосовании за благоустройство родного города в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Отдать голос за пространство, которое преобразится в следующем году, можно с 14 лет. Ранее в Красноглинском районе уже благоустраивали территории по нацпроекту, поэтому голосование за общественное пространство идет активно. Нам сделали сквер у ЗАГСа, так называемый, очень красивый, очень люди довольны. Вот. Сейчас мы боремся за наш парк, сквер Кузнецова. Это значит, мы уже второй год за него чуть-чуть не хватало, чуть-чуть. Но я думаю, что народ уже видит, что у нас есть результаты. Поэтому мы стараемся сейчас более активно участвовать жители. И активно сейчас участвовали, потому что сейчас электронное голосование. Также голосующие участвуют на УИКах в викторине в рамках благотворительной общественно-просветительской акции «За родное и за свое». Из призов автомобили, туристические наборы, путешествия по Самарской области, поездка на международную выставку «Форум Россия» на ВДНХ. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События. Далее коротко о других темах дня. Не стало народного артиста России Александра Ширвинта. Он умер в больнице, сообщили в пятницу. Ему было 89 лет. Александр Ширвинт занимал должность президента театра «Сатиры». Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвинта. На железнодорожный вокзал Самары прибыл тематический поезд «Сила в правде». 9 вагонов с экспозицией рассказывают о мужестве и героизме российских военных, вооружении от Великой Отечественной войны до наших дней и развитии юнармейского движения. Акция стартовала в День защитника Отечества на Киевском вокзале в Москве и завершится в преддверии Дня Победы на Белорусском вокзале. Минобороны России инициировала этот проект для того, чтобы у людей была возможность больше узнать об истоках тех событий, которые сегодня происходят в Донбассе, чтобы молодое поколение могло верно трактовать историю нашей страны, росло патриотами своей родины. В Самарской области с 24 по 31 марта «Ласточку» заменят другими составами. Это касается направления Самара-Тольятти и обратно, сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании. Так, с 24 по 30 марта из Самары в Тольятти и в обратном направлении будут отправляться следующие поезда. Номер 7120, 7119. Самара, отправление в 14.00. Тольятти, прибытие 15.54. Номер 7120. 6-71-25. Тольятти, отправление в 17.05. Самара, прибытие в 19.05. Номер 71-28-71-27. Самара, отправление в 20.15. Тольятти, прибытие в 22.07. С 25 по 31 марта назначили поезд номер 71-14-71-13 с сообщением Тольятти, отправление в 6.34. Самара, прибытие в 8.28.
Завтра, 17 марта, в этнопарке «Дружбы народов» состоится программа «Эх, блин, масленица». Об этом сообщили в администрации Самары. В программе с 10 до 17.00 мини-экскурсии в национальных подворьях. С 11 до 17.00 площадка «Масленичная мастерская», мастер-классы по изготовлению народных кукол и оберегов. С 13 до 15.00 площадка «Потешный городок». Заводные песни, пляски, хороводы, выступления творческих коллективов, переплясы, конкурсы. С 14 до 15.00 угощение блинами и чаем. Масленичное шествие, масленица плясовая. В 15 часов розыгрыш блинницы. Завтра в историческом центре Самары с 8 до 18 ограничат движение транспорта. Это связано с проведением мероприятия «Проводы русской зимы» – «Масленица». Так движение ограничат по следующим участкам. По улице Чапаевской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской. По улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе. Данная ограничительная мера не будет распространяться на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Кроме того, на вышеуказанных участках улиц с 20.00 16 марта до 18.00 17 марта запретят остановку и стоянку транспортных средств. Помимо этого, в период с 8 до 18 17 марта автобусы маршрута номер 24 проследуют по скорректированной схеме. Самара вновь стала местом проведения масштабного культурного патриотического мероприятия, объединившего представителей разных стран. Здесь стартовал грандиозный музыкальный праздник, первый международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом». Шедевры мировой классической музыки представят звезды оперы, лучшие творческие коллективы из России, включая ДНР и ЛНР, Республики Беларусь и Сербии. Фестиваль оперного искусства «Славянский дом» будет проходить до 7 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича. Большие гастроли. Сразу 4 постановки привез в Самару Арзамасский театр драмы. 3 из них предназначены для взрослых и 1 для детей. Что увидел самарский зритель и что только предстоит посмотреть в нашем сюжете. Зашли с козырей, а точнее с пиковой дамы. В Самаре на площадке театра «Камерная сцена» проходят гастроли Арзамасского театра драмы. В первый день фестиваля «Большие гастроли» коллектив представил самарскому зрителю маленькую анекдотичную историю по творчеству Пушкина. Во второй спектакль «Инспектор пришел». Это притча по пьесе Присли. Арзамасский театр открылся в годы Великой Отечественной войны в 43-м году и с тех пор ни разу не закрывался. Это единственный театр в городе, поэтому репертуар рассчитан не только на взрослых, но и на детей. Маленьким зрителям Самары коллектив показал «Кота в сапогах». В городе на Волге творчество Арзамасского театра знают. Коллектив уже участвовал в фестивале «Волга театральная», где получил несколько наград за постановку «Тень» по пьесе Шварца. И Самара в этом плане тоже она избирательна, да, зритель избирательный. Мы бываем в разных городах, да, нашей страны, но самарский зритель какой-то вот очень теплый почему-то. Вот какое-то тепло от него исходит. Даже если ты где-то немножко ошибешься, он тебя поддержит. На гастроли в Самару Арзамасский театр пригласила режиссер камерной сцены Софья Рубина. Ее коллектив также представит свой репертуар в Арзамасе. Такой культурный обмен позволяет зрителю расширить горизонты и получить новые впечатления. Не каждый человек может себе позволить поехать в другой город, а здесь предоставляется государством замечательная возможность посмотреть гастрольные спектакли театров, которые приезжают в наш город. Там молодежь, которая достаточно просвещенная, которая уже знает репертуарные спектакли наших театров, конечно, погружается в другой мир. Завершатся большие гастроли комедии «Шум за сценой». Это спектакль о том, как рождаются постановки и что происходит за кулисами театра. Виктория Шара и Николай Сидоров. События. Прикоснуться к истории и почувствовать себя жителями доходного дома смогли гости музея «Заварка». Об истории дома Маштакова рассказали кураторы выставки. Подробнее в нашем сюжете. Выставка «Сдается квартира. История доходного дома» открылась в минувшую пятницу в Самарском музее-галерее «Заварка». В центре внимания – само здание, где располагается музей. Исторический объект с богатой историей, длиною в столетие. В качестве экспозиции – предметы быта, исторические справки и объявления. Нам показалась эта история очень интересной, потому что здесь мы рассматривали и архитектуру здания, внутреннее устройство, как его делили на квартиры, как квартиры делились на комнаты, какие были виды квартир, какие социальные группы проживали в доходных домах.
И эта история настолько стала нам интересна и, ну, не побоюсь этого слова, увлекательна, что мы прямо на очень долгий временной процесс засели в процессе написания экспозиционных планов. Выставку организовала молодая команда музея. Научные сотрудники приступили к работе еще в декабре прошлого года. Куратор выставки, историк Анастасия Волынкина, делится. Им удалось создать общее представление о домовладельцах, квартирантах и образе доходного дома именно в Самаре. Над этой выставкой работала вся команда. Моя роль заключалась как раз в поиске исторических источников. В основном я использовала периодическое издание, дореволюционные газеты. Это было интересно. Историческое исследование – это всегда увлекательно, потому что ты как детектив-следователь проводишь исследования. Мне понравилось, что работали над выставкой молодые ребята. Мне очень понравился их подход. Это интересно. Это интересно. Здесь начинаешь жить с другой точки зрения, потому что ходишь по улице и понимаешь, что с тобой рядом идет история. Выставка будет работать до 12 мая. Но и потом «Заварка» продолжит раскрывать феномен доходных домов в Самарском крае. Программа обещает быть насыщенной. Александр Шугаев, Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События. Масленичная неделя подходит к концу. Во всех районах города проходит гуляние. Наша съемочная группа узнала, любят ли самарцы отмечать Масленицу. Конечно, ходим, да. Разные, со всем городом вместе. Наверное, ощущение того, что весна началась. Детвора ходит, я не хожу, внуки мои ходят. Но если на площадь Куйбышева ходим, и там есть эта как бы функция, то тогда да. Праздник, сам радость, весна, и самое главное, люди сосредотачиваются, чтобы друг друга поздравить, простить. Зарядиться позитивом и укрепить мышцы спины. Сразу две бесплатные тренировки для жителей Куйбышевского района прошли в здании нового плавательного бассейна. Подробности в нашем сюжете. Мастер-класс «Здоровая спина для всех желающих» прошел в новом спортивном комплексе Куйбышевского района. Тренировку провела Светлана Серединская. В прошлом фигуристка, а сегодня инструктор молодежного центра «Диалог». В центре, который также находится в Куйбышевском районе, Светлана ведет оздоровительные занятия. Скоро его воспитанники смогут тренироваться и в новом спорткомплексе. Ходит у нас возраст, и детские группы есть, и взрослые. Уже в этих группах мы приступили к закаливанию в этом году. Вот, потому что в этом году я сама занялась зимним плаванием серьезно и выступаю на соревнованиях уже чемпионат России, вот только приехала с Уфы. И поэтому ввожу в свои занятия «Здоровая спина» еще и закаливание. Во время тренировки использовали специальные деревянные палочки, которые помогают разгрузить мышцы спины. Эту технику Светлана практикует уже около 6 лет. А вот туда ее аккуратно раз, левую убираем. Про мастер-класс узнала от дочери. Она ходит в группу здоровья. Хочу оздоровиться. Поехали. Нет, стоп. В соседнем тренажерном зале также прошел бесплатный мастер-класс для подростков 14 лет. Им рассказали, как провести тренировку максимально эффективно и безопасно. Мастер-классы будут проводиться, то есть воспитание нашего поколения в наших руках. Мы будем здесь практиковаться, вот, будем молодежь сюда зазывать. Напомню, мастер-классы проводились на базе нового спорткомплекса, который уже в ближайшее время распахнет свои двери для всех желающих. Виктория Шарая, Полина Чулюкова, Сергей Баскин. События. И вот какие материалы готовят к эфиру наши корреспонденты прямо сейчас. В Самаре проходят масленичные гуляния. К празднующим присоединился губернатор Дмитрий Азаров. После завершения масленичной недели начинается Великий пост. Он продлится до 4 мая. Какие ограничения будут соблюдать православные? Самарцы продолжают участвовать в викторине «За родное, за свое». Имена победителей стали известны во время вчерашних эфиров. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара.ГИС», в нашем телеграм-канале, на страницах в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, увидимся!